Всем привет! В этом видео мы рассмотрим, как зарегистрироваться на сайте Вексель, пройти верификацию, совершить покупку или оплату инвойса. Нажимаем кнопку «Войти». Далее нажимаем на «Регистрацию». Здесь нам нужно ввести имя, электронную почту и придумать пароль. После того, как мы заполнили все необходимые поля, нажимаем кнопку «Регистрация». После этого на адрес электронной почты, который мы указали, нам приходит письмо. Переходим в почту. Если на почте у вас нет письма в папке «Входящие», то обязательно проверьте папку «Спам». Возможно, оно попало туда. Открываем письмо. И здесь нажимаем кнопку «Подтвердить email адрес». И после этого открывается наш личный кабинет. Аккаунт успешно создан. Далее нам нужно пройти верификацию. Всем, у кого был уже верифицирован аккаунт Вексель, нужно будет пройти верификацию снова, но уже более простым и легким способом. Для этого нажимаем на кнопку «Профиль» слева в меню. Далее нажимаем на кнопку «Физическое лицо». Также мы можем поменять язык справа в верхнем углу, для того чтобы все на сайте отображалось на русском языке. Нажимаем «Загрузить фото документов». Ставим две галочки. Хочу заметить, что загрузка документов является абсолютно безопасной, так как политикой конфиденциальности это все защищено. Далее нажимаем кнопку «Следующий шаг». Заполняем все необходимые поля, отмеченные звездочкой. После того, как вы заполнили все поля, нажимаем кнопку «Следующий шаг». Выбираем тот документ, с помощью которого мы будем проходить верификацию. В моем случае это будет водительское удостоверение. Будьте, пожалуйста, внимательны, водительское удостоверение должно быть сфотографировано так, как показано на крайнем рисунке слева. Его должно быть полностью видно. Нам нужно загрузить лицевую сторону и обратную. Также вы можете нажать кнопку «Загрузить документы с помощью телефона». В этом случае на мобильном телефоне нам нужно открыть камеру и отсканировать QR-код. После этого на телефоне вы точно так же сможете продолжить выбор всех необходимых документов, как и на компьютере. Я буду пользоваться классическим способом и загружать все документы с компьютера. После того, как вы выбрали необходимые документы, нажимаем кнопку «Подтвердить» и «Продолжить». Далее на компьютере или мобильном телефоне сайт запрашивает у вас разрешение на использование вашей веб-камеры. Вот здесь нужно нажать кнопку «Разрешить». Это нужно для того, чтобы идентифицировать вашу личность согласно тем документам, которые мы загрузили. Здесь точно так же вы можете выбрать вариант сделать селфи с мобильного телефона. Теперь нам нужно нажать кнопку «Перезагрузить» для того, чтобы применились настройки. После этого нам нужно сесть таким образом, чтобы наше лицо полностью попадало в ту зону на экране, которая у нас отображается. После того, как вы сели, чтобы полностью было видно ваше лицо, нажимаем кнопку «Я готов». И следуем тем рекомендациям, которые у нас отображаются на экране. После того, как снимок был сделан успешно, на экране появляется уведомление. Снова нажимаем «Следующий шаг». И здесь мы можем проверить все данные, которые мы вводили ранее. И также мы здесь можем видеть статус «Подтверждено». Нажимаем «Следующий шаг». Далее отображается сообщение о том, что система уже проверяет наши данные. Это может занять от 1 до нескольких минут. Прошло порядка 5 минут. Верификация успешно завершена. Документы подтверждены и прошли проверку. Теперь мы можем совершать переводы и оплату с помощью сайта Вексель. Напомню вам, что вы можете производить покупку и перевод с любых банковских карт. Это Visa, MasterCard, Maestro, карты Мир. Это могут быть неименные карты, виртуальные и кредитные. Всем, кому было полезно данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш официальный канал. Всем пока!